И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это Ark. Ark Survival Evolved, в который завезли лутбоксы. Да, вы не ошиблись, это лутбоксы в Арке. Добавив в новом DLC вот такого моба по имени Гача, они добавили лутбоксы. Эти самые лутбоксы он и производит. Вы сейчас видели, как он их производит. По факту, это кристаллы. Если закинуть к нему в инвентарь камень, обычный камень, то он с помощью него будет производить кристаллы. И ничего более. Да, он лутает ресурсы и так далее, но не об этом сейчас речь, а о лотбоксах. Они бывают разные. То есть он может производить определенный какой-то ресурс, либо any. И в этом есть разница. У меня есть два ящика. Один чежемчуг я назвал, в котором содержатся кристаллы, которые он скидывал, когда был настроен на черный жемчуг. Другой рандом. Здесь же у меня лежат кристаллы, которые он сбрасывал в режиме any. То есть, ну, разные. И, собственно, давайте проверим, какая разница у него есть. Кстати, у него есть навык изготовления. То есть, как у человека навык изготовления, так и у него. И, собственно, его я и качаю. Может, это как-то и влияет? Не знаю. Но я думаю, все-таки да. Не зря же он добавлен. В разделе «Черный жемчуг» мы прекрасно понимаем, что нам будут давать эти самые кристаллы. Черный жемчуг. Но! Они есть разные. То есть, есть простые гачи-кристалл. Работа новичка. Это у нас работа подмастерья, да. И работа мастера. Ну, думаю, легендарные тоже есть. И вот с них куда все интереснее. О, кстати, не только кристаллы даются. Сейчас получил большие ворота. Хотел просто открыть все за кадром, но, ну, простые. Но, оказывается, простые ворота тоже могут вылезти. Ну, то есть, такие простые предметы. Открывая же работу новичка, мы можем получить разные предметы. К примеру, работа новичка. Но! Легендарные штурмовые перчатки. Неплохо. Снова работа новичка. Работа подмастерья. Винтовка. Работа подмастерья. Кристалл. Легендарные металлические штаны. Просто из камня. И последний. Работа мастера. Легендарная винтовка. Неплохо, да? Тупо из камня получить легендарную винтовку. Да, здесь 3x сервер, и возможно это как-то работает. Не спорю. Но я думаю, даже просто винтовку на 200 урона получить уже неплохо. Даже если бы так. Это, опять-таки же, то, что мы получили из 30 кристаллов на черный жемчуг. Кстати, не будем говорить уже и про черный жемчуг. И, кстати, пока я тут... Ой, прогрузка текстуры. Фу, кошмар. Вот, пока мы здесь разговаривали, он налутал, точнее, накидал еще два кристалла. Кстати, деспавнятся они по 14 минут, и сборщик лута пока что не работает на них. Так, ну, дабы сохранить статистику, открывать их пока что не будем. Тем более они простые. И здесь, собственно, мы уже получаем... так, алфавиту. Вот, кристаллы, которые с рандомом. Открывая их, мы получаем уже рандомные ресурсы. Именно те, которые он может выдавать. Ого! Работа подмастерья, металлические ботинки. Нифига себе. С фигни. Фиолетовый факел, окей. Да ладно, металлическая платформа. Металлическая, прикинь, если его в гриндер засунуть, разобрать. Ну, если в мод позволяет разбирать предметы. Ой, я уже перегружен. Что? Легендарная снайперская винтовка с обычного гача-кристалла? Слушайте, мне до этого так не фартило. А, не, не с обычного гача-кристалла. Здесь у меня аж предметы. Во.
И хорошо. Чутка зафейлился, так как мне вот эти предметы попадали, и они сдвигали хорошие предметы. Но в любом случае мы уже видим, что с обычных предметов все-таки выпадает обычный дроп. С легендарных, подмастерий и так далее, выпадает уже... Ой, пролак. Нет, это не пролак, это я двигаться не могу, так как у меня перевес. Выпадают уже хорошие предметы. И, кстати, все вполне себе неплохо. Если возьмем еще эти два кристальчика, то 120 камня и еще 61 камень. То есть в этом плане, сколько у меня было? 4 хороших кристалла здесь и 4 хороших кристалла здесь. Собственно, мы и получаем 4 шмотки, ну, грубо говоря, шмотки здесь и 4 шмотки здесь. Но, кстати, еще и ворота я получил, на удивление. Ну здесь еще металлическую платформу получил. В общем, тоже непонятно. В целом, цветные предметы мы можем получить абсолютно отовсюду. То есть, даже если это синий кристалл, неважно, мы можем получить уже хорошую шмотку. И вы это прекрасно видели, когда я получил легендарные штурмовые перчатки. О, легендарные, работа мастера. Это ж легендарные. Ну да. Вот, желтые перчатки... Штурмовые перчатки мы получили из синего кристалла. А это не просто так. Поэтому любой цветной кристалл уже стоит собирать. Ну, а что лучше ставить на рандом или на определенный ресурс, уж решайте сами. Лично я выбрал бы определенный ресурс, так как ресурсы здесь вполне нормальные. Черный жемчуг, жиженый газ, возможно. Кристаллы, ну, если нужны, волокно, камень, ну, такое себе, да? То есть, поэтому, как бы, самый лучший вариант, это все-таки черный жемчуг. Вот так он с периодичностью хомячит. Хомячит, причем только камень. Кстати, если камень лежит в кормушке, он не работает. И вот так вот он сбрасывает кристаллы. Сбрасывает их со спины, которые диспавнится 15 минут, которые, открыв, вы можете получить немалое количество ресурсов. Честно, чутка читерно. Ну, хотя по факту из-за того, что я здесь собирал предметы, и вот что получил. Легендарные шмотки, точнее, легендарная оружка, шмотки. Уж не говоря о черном жемчуге, который в модах ценится очень хорошо. Кстати, автосборщик на них пока что не работает. Ну, это только пока что. Это все исправит. Вот такие вот народ дела. Поэтому устанавливайте DLC, томите гача, собирайте много кристаллов и устраивайте себе маленький праздник по открытию халявных, пожалуй, все-таки лутбоксов или же кейсов, кому как удобнее. Такие вот народ дела. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.